Государственная нефтяная компания «СОКАР» является спонсором международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана. В этом году компания выступает в качестве генерального партнера. Основной целью форума является развитие сотрудничества между государственными организациями Туркменистана и международными партнерами. В нем примут участие около 500 участников из 42 стран, представляющих более 160 международных нефтегазовых и инвестиционных компаний, а также ведущие эксперты крупных международных структуры и финансовых институтов, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития ИСКАТА, Международный энергетический форум, Глобальный газовый центр, форум стран-экспортеров газа и многие другие. В работе форума примет участие президент СОКАР Ревнак Абдуллаев и заместитель министра экономики страны Равшан Наджаф. Мы транспортируем туркменскую нефть и конденсат посредством нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Недавно объемы транспортируемой нефти были низко увеличены. Мы выиграли еще один тендер. И в перспективе рассматриваем также совместную разработку нового месторождения ТОСДУК. Перспективы сотрудничества, в принципе, они довольно широкие. И по этой причине мы принимаем участие регулярно в различных мероприятиях, в том числе в качестве спонсора.